Всем привет, ребята! Вы попали на канал Катеринка в наш мир цветных чернил. Кто не знает, это такой мир из рисунков и персонажей наших зрителей. Я его ведущий Бенди Чернильный Демон из игры Бенди и Чернильная Машина. Еще у меня есть помощник Борис, который когда не ест колбасу, он мне иногда помогает. Сэмми наш композитор, домохозяйка и все-все-все остальное. Ангел Алиса — это самое бесполезное существо в студии, потому что оно ничем не занято. И еще у нас есть Иксуша или Мистер Икс, который критикует ваши рисунки. И много-много других персонажей от наших зрителей. Если вы хотите поделиться своим шедевром и показать ему миру и нашим зрителям, вам достаточно всего лишь перейти по ссылкам под видео и прислать нам свой рисунок как фотографию. Но учтите, что у нас есть большая очередь, 6-7 выпусков примерно, и вам придется подождать своего рисунка. И конечно же, чтобы ваши шансы на попадание увеличились, вам нужно нарисовать хорошо ваш рисунок, раскрасить его и четко сфотографировать. Так, я не поняла, почему это я самое бесполезное существо в студии? Алиса, ну сама посуди, ты же ничего не делаешь. Я ничего не делаю? А ты знаешь, как сложно следить за модой? Что за модой следить? Что это за занятие такое? Это очень тяжелое занятие. Надо не пропускать ни один модный показ, ни одну модную тенденцию, читать все журналы по моде. А самое сложное, конечно же, искать эти вещи из журналов. Целый день бегать по магазинам. А ты знаешь, как сложно это все мерить? Это просто адская работа. Ух ты, мне бы твою адскую работу, целый день бегать по магазинам. Но ты учти, что я на каблуках бегаю по магазинам, а не босиком. Ну, пожалуй, на каблуках бы я не смог бегать. Но все равно я не понимаю, что это за занятие такое, бегать по магазинам и следить за модой. Я тебе сейчас объясню. Вот, например, ты делаешь персонажа. Ты же видишь много персонажей. Нарисовал ты такую красивую девочку, и тут перед тобой встала задача, а как же ее одеть? Какую сделать ей прическу? Какие сделать ей аксессуары? И если ты выберешь что-то не то, все станут называть ее Сьюхой. Например, посмотри сюда. Вот если они будут выглядеть как эти девчонки, так же одеты, так с такой же прической, их будут называть Сьюхами. Или вот Надя нарисовала отличный пример. Очень яркие цвета. Правда, размер у нее немножко маловат. Обычно считается, что у них огромные размеры. А вот еще тебе один пример. Надя создала персонажа, ее все Сьюхой стали называть. И она теперь плачет. Значит, Надя плохо следила за модой. Нет, Алиса, не скажи. Посмотри, Надя неплохо следит за модой. Смотри, какие отличные костюмы. Спортивный костюм, нарядный костюм. Костюм для вечеринки с Конором. Это Надя специально, наверное, нарисовала Сьюх. А кто-то может не знать, как выглядят Сьюхи, и одеть своего персонажа так. Поэтому надо следить за модой. Что-то ты меня не убедила, Алиса. И вообще, сейчас наступила осень, ну какая-то может быть мода? Капюшон от дождя напялила вот как здесь и все. Нет, ну просто капюшон — это скучно. Ну хорошо, вот тебе неко капюшон с ушками, с лапками. Ну это уже поинтересней. А вот тебе, пожалуйста, модная тенденция. Цитрус любит лаймы и лимоны. Да так любит, что один из них на голове носит. И этот кот знает толк в кислых минах. Вот я так и не понял, какие мины имелись в виду, которые у него на лице или которые перерабатывают его желудок. Нет, ну что ты, лимон на голове носить, он мне просто не налезет на голову. Ну выдавишь несколько лимонов, сошьешь их между собой. Алиса, ты же высшее звено эволюции, ты можешь из лимонов сделать даже платье, даже пальто. Ай, все-все-все, остановись, мне такая мода не нужна. А что, ты будешь убивать бедных норок для того, чтобы сшить себе шубу? Нет, ну мне их жалко, они очень милые существа. Я могу походить в шубе из шерсти, например. Из шерсти Бориса? Нет, ну что ты, из шерсти каких-нибудь барашков. Что, у Сэмми будешь овечек отрабатывать? Ну почему сразу отрабатывать? Я просто попрошу, чтобы он их порасчесывал, а мне отдал их шерсть. Потом я отнесу эту шерсть какой-нибудь бабушке, и она мне сделает из нее нитки и свяжет мне пальто. Ого, какой сложный процесс. Попросить Сэмми почесать овечку, отнести это бабушке? Еще это все связать надо? Ну конечно, а ты думал, что одежда сама по себе появляется из ничего? Ну, я вообще-то без одежды хожу, поэтому я никогда не задумывался, откуда появляется одежда. А если вы знаете, откуда появляется одежда, ставьте лайк. И вообще, Алиса, ты знаешь, ты все-таки балбеска. Что? Да как ты посмел меня так назвать? Ну посуди сама, ну че ты бегаешь по магазинам? У нас же референсов тут целая куча. Я тебе сейчас тут быстро всех прочитаю, и ты выберешь себе любую одежду. И что, мне можно будет ее забрать? Ну конечно же нет, я тебе имею в виду, пойдешь к своей бабке, покажешь, скажешь: бабушка, хочу вот такую одежду. Она тебе ее сошьет или свяжет. Ну давай мне только, пожалуйста, самых модных. Ха, да без проблем. Вот, пожалуйста, Сомбра, фамилия Кристалл. 10 000 лет ей, она явно в моде понимает.
Она эльф, родители ее убили. У нее есть свое королевство, кристаллы, любит она стрелять из лука. Они любят тех, кто ее ненавидит, из шиперов. А еще алгебру она не любит. А кто не любит алгебру, ставьте 2 лайка. А что, разве 2 лайка можно поставить? Ну ладно, ставьте 1 лайк и пишите комментарий о том, как вы любите синусы и косинусы. А вот, посмотри, какая прелесть. Вид акула, которую зовут Молли, возраст у нее неизвестен. Она любит креветок и рыбок, не любит грусть и молоку. Характер у нее такой, 50 на 50. Хобби наблюдения за порядком в реках и океанах. Ты представляешь, какая полезная? Еще красиво одетая. Вот тебе, пожалуйста, эталон моды и красоты. Икино Эбису, 15 лет, 158 сантиметров, раса бог. Ну что еще надо? Бог и все. Она одета, значит, божественно. Любит братика книжки, учебу, не любит грубых людей. Ее брат Йоми идеально во всех делах. Прилежно учится, отличница, живет у Йоми, есть вторая личность. Еще она обожает хомяков. Вот попросишь ее, она хомяков своих почешет и начешет тебе шерсти. Или вот посмотри, как ярко одета. Скай, 27-й персонаж. Девочка 15 лет, любит школу, друзей, жизнь, братьев и чай. А не любит ничего, она не любит. Раса у нее демон, сестра Лютика, эльфина. Ой, здесь попроще немного одета, но зато бантик красивый, Мэй-Мэй, без фамилии, возраст 27 лет, 159 сантиметров. Мэй слепая, видит с помощью магии. При пожаре, спасая младшую сестру, сломала левую руку. Ее ампутировали и заменили протезом. Правая рука у нее изранена и в ожогах. Любит она свою сестру, Зефир и хорошую компанию, а ненавидит огонь. Характер тихий и задумчивый. Или вот, смотри, какой свитер, какая яркая юбочка. Имя Альбина, Соул, 159 сантиметров. Раса полудемон, ориентир сбит. Душа у нее черная. Создалка у нее Маша, и она ищет пару, девочку она ищет пару. Не, мы такие пары не собираем. Не подумайте, что мы там гомофобы или что-то в этом роде. А просто вы поймите, что мы, если девочке найдем мальчика, нас никто за это не убьет. А если мы девочке девочку подберем, то автор той второй девочки может кинуть у нас тапок. Алиса, ты погляди на этот свитер, это же божественный свитер со снежинкой от Уолдера Роджера, которому 18 лет. Он любит цветы, гулять, играть, планшет и мороженки. Или вот, смотри, какие полосатые чулочки от девочки-зайчика, которую зовут Блоб. Ростом она всего 1 метр и любит яблоки и какао, а еще она любит рисовать и есть акварель. А ненавидит юбку и войну. А вот у Зефира Ворчера, например, прекрасная масочка. Вот если ее на тебя одеть, Алис, ты будешь вообще красоточка. И, кстати, Зефир хочет найти себе друзей. Зефир, у нас полно тут друзей. Вот, например, в сегодняшнем выпуске у нас куча персонажей. Просто, наверное, штук 30, если не больше. Вот, например, Кэйри, 170 сантиметров, 20 лет. Очень пугливая, но добрая, любит Артура Бренса. Или красивый с зелеными глазами Ричард, которому не вижу сколько лет. Фури Лис. Добрый и общительный, любит всех, кто любит его. А еще свою плюшевую игрушку. Они любят темноту, убийство и одиночество. Ну, Алиса, что скажешь? Выбрала себе что-нибудь? Нет, ты не останавливайся, давай читай, я еще смотрю. Вот это, например, интересная модель. О, это термоядерная лиса. Я думаю, она не поделится своей одеждой с тобою. Алиса, а хочешь у Боба взять одежду? Он вообще никогда не парится по этому поводу. Джинсики, кеды и жилетка, и все. И зимой, и летом тепло. Нет, для меня это слишком просто. Ладно, хорошо, давай искать посложнее. Например, вот Ама или Ате, 8 лет, любит музыку, петь, мечтать. Они любят шум животных, кроме ос и воронов. А хочешь вот такую полосатую кофточку, как у Снежаны, которой 12 лет, и на козерог и пони. Любит сладкое, лень, веселье, Батим, Андертейл, не любит зло, одиночество, Анну и так далее. У нее есть 2 стороны и несколько вселенных. А вот у Саши Крючкиной, которой 13 лет и живет она в Киеве, отличный свитерочек. Она любит своих персов жрать, спать, рисовать. Она любит критику, шиперов. И тоже не любит алгебру. Ну что за совпадение? А вот Бендикам совсем скромненько одет. У него всего лишь шарфик и какой-то значок посередине висит. Но зато он любит Google Бенди и помогать снимать видео. Алиса, а вот зацени у Митчелла какая шмотка. Какой тебе больше нравится, номер 1 или номер 2? Ну, номер 2 одет, по-моему, моднее, конечно. А у Митчелла номер 1 интересное строение тела. О, Алис, я боюсь такие строения тела, они очень криповые. А зато у Митчелла 2 хвост классный. И причем Митчелл номер 1 босиком ходит, а Митчелл номер 2 в обуви. А вот у Кирилла Лай отличный полосатый галстук. Ему 15 лет всего, он ростом 3 метра 20 сантиметров. Раса демон полумужской. Но что-то он очень серьезный, судя по его лицу. И навряд ли он поделится с тобой своим галстуком. А вот красавчик Хенду, у которого очень модный галстук. Правда, я не пойму, там череп нарисован или какая-то медузка. О, медузка-то сдохла, однако. Зато посмотри, какой у него классный нимб. У тебя такого нету, Алиса. А, я попрошу Генри, он мне тоже такой нарисует. Ага, жди, нарисует. Генри застрял где-то там, в чернильной студии. Здесь трудно что-то разобрать, но я все-таки разобрал. Фамилия Осипова, 15 лет, прозвище Артян. Характер у него добрый, ответственный, но иногда грубый.
и не терпит она лентяев и тупиц с извращенцами. О, ну тут вообще просто шикарная шляпа, бантик. Прозвище ткача Олли Питерсон. 34 года, 3,74 метра высотой. Характер ненавистный, эгоистичный, безумный, скромный, но веселый. Описание: вместо глаз у него две пуговицы, рот зашит, каштановые волосы, коричневый костюм, на шее носит желтую галстук-бабочку, носит серые брюки, четыре руки, на голове носит шляпу-цилиндр, всегда у него с собой пуговицы и нитки и небольшая игла, любит шить куклы, свою домашнюю кошку и цветы, а не любит посторонних людей и оптимистов. Знаете, если он любит шить и любит кошку, по-моему, он тоже должен быть оптимистом. Но я бы, Алиса, от него на твоем месте держался подальше, он очень опасный, у него иголка-то, смотри каким размером, с метр, наверное. Это просто Марк, которому 19 лет, брат у него Майк, он любит апельсиновый сок и, по-моему, яркую одежду. О, Алиса, да тебе надо с ним подружиться. Будете вместе по магазинам бегать. У Сэмми Экзе вышивка на штанишках просто шик-блеск. Возраст у него, как у оригинального Сэмми, не может быть братом Сэмми и персонажем Вероники. Он вторая личность Сэмми, любит шутить, топоры, ножи, суицид, классическую музыку и аниме. Не любит ЛГБТ, бензопилы, Китай, лень и швы. На втором глазу, если он откроет маску, у него потекут чернила. Должен быть почти похожим на оригинального Сэмми. Смотрит аниме, пока русском Сэмми не видит. Может как мешать, так и помогать Сэмми. Секрет: он называет Алису коровой. Здорово, Алиса, тебе по-любому его одежда не светит. Меня коровой? Ну за что? Ну не знаю, Алиса, видимо где-то ты ему дорогу перешла. Имя Инка Найкс, 16 лет. Тоже ничего прочитать больше не смог. Кроме того, что она красавица, раса полудемон. Так, дальше тут все слилось и ничего не понятно. 24-й перс Google Бенди. Я так понимаю, девочка. Любит бандикама помогать искать какую-нибудь инфу. Ну тут все понятно, да? Характер мягкий и, наверное, всезнающий. А вот еще у нас есть Полина с неизвестной фамилией. 14 лет, она добрая, иногда может взбеситься и убить кого-то. Что любит своих друзей, любит шоколад, любит, не любит, когда ее вторая сторона хочет отделиться от нее. Так, Полину срочно надо посадить под замок, чтобы она, не дай бог, никого не убила. Имя Винни, 18 лет, раса вампир-полукровка. Ну посмотрите на это милое лицо. Ну какой же он вампир, да он эльф как минимум. Женя Вдохина, 1,56 м, 12 годиков. Любит рисовашки, смотреть Катеринку. Кошечек, милоту любит, черный, фиолетовый, синий и Японию. Не любит борщ, когда трогают волосы, и казаться глупой она не любит. Создалка, муж, баба, очень любит кошек, обнимашки. Анимешница, фанатка Доки-Доки, Дон Старф, Слиппи Кинг, Игр от Магико и Андертейл немножечко. А вот милая леди по имени Диана в сером костюмчике, который 17 лет, любит шоколад. Брат у нее Борис, раса волк-демон. Характер сахарно упрямый, дружелюбная, милая, иногда грубая, жесткая. Любит она Бенди, но не показывает это другим. Информация: эта заводная девчонка веселая, милая, дружит со всеми. Если кто-то убьет или навредит ее друзьям, то месть будет жестокой. Оно фамилии нету. Добрая, дружелюбная, строгая, ищет пару. Ей нравится шиперить и не нравится, когда ее оскорбляют. А вот тебе и пара, пацанов у нас сегодня мало, так что держи. Эрик, возраст 16 лет и 3 дня, не любит зожевцев, натуралов, любит свою собаку, мир, в котором он родился, черно-белый. Вес всего 18 килограмм, создатель Бонни Бэй. И я думаю, вы встретитесь и подружитесь. А это худенькое существо по имени Тренси, женского пола, 15 лет, любит кофе, одиночество и своего братюньку. Они любят скопление разных существ, юбки. Усё, коротко и ясно. Это анонимтян, которая говорит: шиперы, идите сюда, ей 12 годиков, 1,29 м ростом. Характер цундеры, злобная, иногда добрая, наглая. Любит быть на главной шиперса. Я у Юри критику, не любит хейтеров и лицемеров. Достижения в прошлом, чемпион по киберспорту. Генерал шиперов написано. Привычки называть Иксушу дурнем, потому что люби. Так мы не туда ушли, говорит она. Это Нека Сансовна, которой 18 лет, дочь Чарыла Санса, влюбилась в мистера Икс, подруга Элодис, друг Силлер. Все, хана Иксуши, все в него тут влюбляться что-то начали. Вот здесь плохо видно, по-моему, Карен Грей, хранительница скетчбуков. А еще она ярая фанатка всего, что движется. Вот такие вот дела. Имя Котенька, возраст 18 лет, вид кошка, пол женский, любит свитера Катеринку, кола, тортики, рисовать не любит, кровь, драки и черных котов, друзья Бенди, Кэнди и Райдер. Очень яркий мальчик по имени Никто, фамилия никак, стихия метеорит, питомец огненный конь, имя кота
Простите, огненный кот. Имя кота Огонек. Никто, этот дракон, лицо его никто не видел и не увидит. Характер добрый, но может и убить. Добрый, но может и убить. Отличный характер. Очень любит своего кота, хочет вступить в армию против лорда Омеги. Наконец-то кто-то в сегодняшнем выпуске вспомнил про лорда Омегу. Имя вода, возраст 20 лет. Вот, Алиса, забирай одежду. Смотри, какое полосатое платье, красно-синяя полоска. Нигде такого платья не найдешь. Сестра Бенди Бориса и Алисы. О, Алиса, я не знала, что моя сестра. И что Борис мой брат. Она королева, ее маму убили, она хорошая. Ну, самое главное, что она хорошая. Все остальное ерунда. 25-й персонаж, имя Эрик, 16 лет. Он розового цвета, на глазу у него сердечко. Он любит дарить любовь и дразнить бандикама. Добрый и застенчивый, как и все остальные персонажи Надежды. Сраный фурикот 4. Ее батя-механик, она учится его делу. Думает, что она единорожка-демон. Ей 14 годов. Бой-баба, любит кушать. Обожает разноцветные пластыри. Кулон ей подарил пасан из ее садика. А, и зовут ее, кстати, Бетти. Опачки, Алиса, вот это тебе необходимо больше жизни, масочка. От Эрен, которой 19 лет, характер замкнутая, пофигистичная, любит видеоигры и эджи, не любит много-много чего. Она результат эксперимента гаптофоб. Кто знает, что такое гаптофоб, напишите, пожалуйста. Сестра Бенди по имени Луина, которой 13 лет, полуженский, любит игры Бенди, Кола, Сэднеса, Бориса, Алису, Сэмми, короче, всех она любит. Мама у нее Аня, папы у нее нет. А это Хэл, немного косоглазый, ему 14 лет, характер позитивный, веселый, несерьезный. Любит, мол, шоколад и соло. Они любят зануд, бывшее тело для мистера Икс. Ну что такое? Ориентирован он тоже не в ту сторону. Увил, печальный такой. 18 лет, есть психические травмы с детства. Иногда тошнит, ой, какой ужас. Не может улыбаться, семья убита. Пожалейте кто-нибудь Увилла, ну что же, совсем-то так все печально. Я думаю, что Увиллу просто нужен хороший психолог, ему 18 лет, он еще не такой взрослый. И если с ним хорошо поработают, то с ним все будет нормально. Я с вами уже целый год, первое мое появление было на первом юбилее, выпуск примерно 50-й. Надеюсь, мой торт вам понравится, нам нравятся любые торты, а тем более такой разноцветный. Имя создатель, фамилия Брис, возраст 17 лет, 1,80 м, она любит конфеты, сладости, котят, рисовать. Делать прически. Так, что дальше? Там я что-то не вижу. Не любит суицидников и убийц. Она веселая, неуклюжая и добрая. Учится магии, но у нее пока не очень хорошо получается. Можно хоть один раз в видео назвать мое имя? Даша, харе молить Бенди, иди рисуй. Ну, вдохновение, говорит Даша. Даша, слушай, я для тебя прям вот рэпчик сочинил. Сейчас я тебе спою. Посвящается всем Дашам на свете. Даша девочка, что надо, она вся из мармелада. Даша рисует всегда круче всех. Если ты Даша, тебя ждет успех. А если ты Таня, Наташа, Алина, Ксюша, Надюша или Катерина, не вешай свой нос на железный крючок, бери в руки краски и все будет ок. Ну, зацените мой рэпчик. Если что, я вам еще что-нибудь напишу. И что тут происходит, рассказывайте, я слушаю, говорит Куки. А у нас происходит следующее. Рекламная пауза. Ты слишком одиноко, сидишь и смотришь в окно, как другие гуляют. У тебя нет друзей, ты чувствуешь себя бомжом. А по утрам ты встаешь вот с таким вот видом. А все из-за того, что у тебя плохая прическа. Тогда тебе просто необходим Куки Шолдерс. Сладкий уход для твоих волос, шампунька с запахом печенек. Очевидный эффект после первого же применения. На запах твоих волос слетятся даже медведи. Твоими лучшими друзьями станут пчелы, осы и прочие насекомые, которые любят сладкое. Ладно, я пошутил. Короче, шампунь со вкусом печенек, и ты в теме. И, возможно, вашими друзьями станет армия Дурай, например. Посмотрите, сколько там много народу. Я думаю, ее армия любит печенье. Ура, Кира и Вишня официальная пара. А что, они не были официальной парой? Опять я не в курсе последних новостей. Так, пора уже завершать наш выпуск. Ну да ладно, еще несколько рефочек прочитаю. Спенс низкая, это лишь оболочка, балбес, омега даун. Ну и там какой-то непонятный диалог. Имя Хэл, фамилия никому не известна. Отчество никому не известно. Полтян любит одиночество, рисовать сладости, любит слушать музыку, по уши влюблена в Санса. Она небесный демон, вызванный случайно. Она выбралась, чтобы почувствовать свободы и запах природы. Сори за ошибку, просто клавиатура тупая. Имя Номико от раса Фури, возраст 16 лет. Характер добрая, скромная, умная. Любит Бориса, и она свободна.
А я Туайвен, 13 недель, 2 метра. Раса робот-уборщик, но имеет боевой чип и знает карате, любит работать по дому остальных персонажей, лорда Омегу. Не любит, когда его называют железякой, восхищается Омегой как боевой машиной. Может убирать колеса на ногах, относится к своей работе чересчур серьезно. Немножко оптимист, хорошо успокаивает и любит кошек. Может быть, это какой-нибудь незаконно рожденный сын лорда Омеги? Я надеюсь, что нет. Это просто мистери. И вот и ничего больше 2-метрового роста. Хихикубье, раса древний демон, 26 миллионов лет, ей 137 сантиметров, любит мороженое, темноту, не любит свет. Несмотря на то, что она не любит свет, может на нем находиться, но недолго, ибо станет пеплом. Если нервничает, то вообще там просто жуть какая-то происходит. Прирученная, носит обувь с высокой подошвой, чтобы кататься выше. У нее 3 хвоста, раньше волосы были очень длинные, ненавидит мужчин. Исключение Аято, он ей нравится, но не отвечает взаимностью. Притворяется Кудере, на самом деле коричневая булочка. Имя Лютер, прозвище Save Me. 13 лет, раса Фурикот, характер добрый, но теперь печальный. Любит свободу и мечтает приобрести ее. Не любит эту темницу, в которой ему придет конец. Когда-то он был просто котенком, но потом что-то там с ним произошло, и выживет он или нет, решать именно вам. Ну я думаю, у нас все пацифисты. Имя Тамера Рисовская, 14 лет, раса койот-андроид, ого, ничего себе. Характер дружелюбный, игривый, застенчивый, хитрый. Описание: койот-андроид рыжего цвета шерсти, синие джинсы, фиолетовый бантик, шляпка, волосы светло-сиреневого цвета, бинт в области живота, любит ала мороженое и азартность, не любит чужую критику, котов и короткие шорты. Это, если кто не догадался, портрет нашего святого великомученика Бориса. И последний реф на сегодня — это Кейн Манзота. 1021 год, рост 3 метра 24 сантиметра. Демон, любит тишину, готовить, убираться, лазить по заброшкам. Не любит шум, быть в большой компании, людей и все сладкое. Семейное положение в активном поиске, любимая музыка — конструктор и пачка сигарет. И девочка 2D. Вредные привычки, курит, занимается спортом, бокс, волейбол, футбол. Так, это не относится к вредным привычкам. В общем, это Кейн. Ах, ну ладно, вот еще одна короткая рефочка. Майк, 19 лет, рост 1,90 м. Это сын Владика. А Владик разродился в этом году. Молодец, Владик, прогрессируешь на глазах. Все, ребятки, на этой замечательной ноте, на Владикином сыне, мы будем завершать наш выпуск. Я желаю вам всем отличного настроения, это самое главное, потому что все проблемы находятся в вашей голове, вы сами их себе придумываете. По крайней мере, большинство проблем люди сами себе придумывают. Так что старайтесь придумать себе что-нибудь более позитивное. А я говорю вам всем до новых встреч, до свидания, пока-пока, ребятки. We'll be right back.